Семена томата «Золотой дождь», «Золотой дождь» – универсальный сорт, который сразу запоминается очень декоративным видом плодов. Они растут на крупных кустах, но их вес составляет всего 25-30 граммов для каждого. У них необычная грушевидная форма и ярко-желтая окраска кожуры. Кроме того, сорт подходит для любых целей, для употребления в свежем виде, а также для различных видов переработки. Сорт «Золотой дождь» среднеспелый, плодоносит в конце июля и начале августа. Он отличается высокой устойчивостью к вирусным и грибковым заболеваниям, а также к неблагоприятным погодным условиям. Растения могут расти как в теплицах, так и в открытом грунте. Томат «Золотой дождь» – это однолетнее растение. Томат прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания томаты прекрасно устроит телипца А и открытый грунт. Томат «Золотой дождь» имеет среднеспелый срок созревания. Плоды томата созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 25-30 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода грушевидная. Цвет плода желтая. Вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.